Александр, ну, комментарий по игре по второму тайму, как мне кажется, он отличался очень от первого. Ну да, начали не самым лучшим образом, и пришлось такое переламывать игру, и я думаю, что болевая победа, наверное, в этой ситуации она добавит эмоций, поэтому рады, что так закончилось, что взяли 3 очка, очень важно. Очень красивый гол, как это получилось? Больше красивая комбинация гол, в принципе, наверное. От меня зависело только попасть по мячу и поворот, но вот поэтому спасибо ребятам, хорошо разыграли, Вендел покатил, поэтому комбинация, думаю, неплохая получилась. А вы во втором тайме с какой задачей выходили на игру? Потому что там уже, в принципе, счет был 2-1. Ну, когда готовилась замена, счет был еще 1-1. Уже в процессе там забили второй гол. Поэтому, конечно, когда выходил уже, было немного проще. Но, тем не менее, задачи, в принципе, не поменялись. Нужно было оказывать давление на защитника, постараться забить еще. Поэтому думаю, что с этой задачей справились. Следующий матч с Краснодаром, насколько эта победа добавит уверенности или, в принципе, перед матчем с Краснодаром не надо такого? В любом случае, мы сохранили первую строчку, поэтому для нас это важно. И, естественно, будем готовиться. Серьезный матч, серьезный соперник. Будет непросто, поэтому сейчас есть время на подготовку. Все мысли, все силы сконцентрированы на этом. Лусяна снова забил. Как оценить его игру и в целом взаимопонимание, рост вот этого в команде? Ну, он очень сильно помогает, приехал, готов, и я думаю, что уже внес большой вклад в игру команды, в победы, и я думаю, что продолжит приносить пользу, поэтому каждый вкладывает, каждый отдает частичку себя, поэтому все стараются на результат. Александр Ильич, этот матч стал для вас 39-м. Вы уже переместились на 6-е место по шансам, где вы защитите на всю историю «Зенита». Вы сейчас заедете 6-е место с Константином Георгиевичем Зарядовым. До 5-го места осталось 2 мяча. 5-го места проходит 6-е. Расскажите, как вы вообще осознаете, что вы находитесь вот с такими великими людьми? Слушайте, ну, всегда говорил, что личная статистика, наверное, она для меня на втором плане. В первую очередь, победа команды, но, тем не менее, конечно, приятно хотя бы в одном предложении, да, с легендами «Зенита» быть. Вот поэтому, конечно, буду стараться в дальнейшем тоже приносить пользу. Надеюсь, буду забивать.